Ивановец попытался перерезать себе горло прямо во дворе регионального правительства. Мужчина недавно освободился из колонии. Он пришел в приемную президента, чтобы рассказать о своих проблемах с трудоустройством. Однако принял его правозащитник Сергей Вальков. Он пообещал посетителю помочь, но пояснил, что получить работу охранника, как хотел мужчина, с судимостью вряд ли удастся. Раздосадованный Ивановец вышел из помещения и на соседнем крыльце приемной федерального инспектора попытался перерезать лезвием свое горло. Видимо, это было спланировано заранее. Пострадавшего увезли на скорой.